Компания «Уфанет» и продюсерский центр «Ян» открывают четвертый сезон марафона классической музыки. Этот уникальный музыкальный проект объединит 9 городов, среди которых Уфа, Казань, Оренбург, Орск, Октябрьский, Нефтекамск, Стерлитамак, Ишимбай и Салават. В невероятное музыкальное путешествие по городам России отправятся 8 оркестров. За время марафона они проедут почти 8 тысяч километров. И 250 артистов высочайшего класса исполнят инструментальные и вокальные произведения композиторов-классиков и романтиков, авангардные опусы современников, джаз и многое другое. В этом году марафон классической музыки стартует 10 августа. Первыми взмах дирижерской палочки увидят жители города Оренбурга. Мелодии классической музыки прозвучат в окружении живой природы, в парках и скверах городов-участников проекта. Гости праздника не только насладятся выступлениями духовых оркестров под открытым небом, но и смогут посетить оригинальные творческие площадки, мастер-классы и флешмобы. Музыканты, поэты, художники, фотографы, танцоры, актеры театра помогут посетителям окунуться в атмосферу парковой культуры начала 20 века. Ведь девиз проекта – создаем красоту и культуру вместе. Проект «Марафон классической музыки» стартовал еще в 2014 году в Уфе. Затем границы его расширились. И теперь жители городов с нетерпением спешат послушать духовой оркестр под открытым небом. А вот до городов Ишимбай и Салават марафон классической музыки дошел в 2015 году, что очень порадовало гостей праздника. Вот это свежий ветер, которого мы давно ждали. Во-первых, площадку построили, и люди ринулись, все занимаются спортом. Сейчас звучит музыка. Я думаю, столько много было любителей музыки классической. Но вот нам теперь дают эту возможность. Это просто здорово. Я чувствую, вообще начинаются какие-то новые времена. Был период застоя культурного, это честно. А сейчас просто счастье. Это даже как бальзам на душу к нам. Это как, ну, как будто запах цветов есть, вот, так и запах музыки для нас. Вот. Поднимать настроение, культуру, и вообще, это что-то прекрасное. Наша Ишимбай наконец-то оазис. В этом году марафон классической музыки пройдет в Ишимбае, Салавате 19 и 20 августа. А вот что ожидает жителей города Салават, об этом нам рассказал представитель компании «Уфанет». Впервые марафон классической музыки в городе Салават состоялся в 2015 году и привлек большое внимание жителей и гостей города. На празднике работало множество тематических площадок, такие как выставка трудоделия, картинная галерея, различные фотозоны. Также работали художники и портретисты. Кульминацией марафона стало выступление уфимского духового оркестра, которое исполнило не только знаменитое классическое произведение, но и мелодии военных лет, а также музыку из кинофильмов. В 2017 году город Салават вновь ждет марафон классической музыки. 20 августа в городском парке культуры и отдыха будут выступать не один, а уже целых два оркестра из города Уфы и города Орска. Компания «Уфанет» приглашает всех желающих стать частью этого прекрасного праздника. Итак, совсем скоро стартует марафон классической музыки 2017 года. Первый концерт пройдет 10 августа в Оренбурге. Затем выступления духовых оркестров ждут в Орске, Казани, Октябрьском, Нефтекамске, Стерлитамаке, Ишимбае и Салавате. Финал марафона классической музыки пройдет 22 сентября в Уфе. Подробную информацию вы сможете найти на сайте promo.ufanet.ru/marafon. Создавайте красоту и культуру вместе с нами!